Ну что ж, уважаемые зрители, продолжаем оптическую тему, но с другой стороны. Как говорится, надо не просто в мишень попасть, но еще увидеть эту мишень, посмотреть на нее, и, может быть, ваш второй номер будет вам помогать. Обычно для этого используются различные варианты подзорных труб. У меня таких мало, потому что я, честно говоря, пользуюсь в основном видеокамерами. Но видеокамера имеет свои ограничения по приближению. И поэтому одной из покупок на празднике тоже была подзорная труба от фирмы Атлон. Да, я знаю, не самая такая фирма, но что поделать. Подзорная труба. Компания, кстати, Атлон. Это компания США. Труба, скорее всего, сделана в Китае. Но это мы прочитаем, посмотрим. 20-60-кратная труба с объективом 80 миллиметров. Посмотрим, что это такое. И потом, может быть, даже поснимаем. Кстати, компания находится в Канзасе. Athlon Optics. Вот так это выглядит. Пришли инструкции. Пришло это дело вот в такой сумке, которую можно по отдельности носить. Сравнительно небольшая вещь. Я что-то глаз попал, извиняюсь. Пришла со своим штативом, которым я не знаю, стал ли пользоваться. В принципе, алюминий, не пластик, то есть до определенной степени хорошо. Со штативом, как вы знаете, у меня свои есть, так что, возможно, и не стал бы пользоваться. Бумажка для чистки линзы. Что-то, слушайте, действительно глаз попал. И сама подзорная труба. Вот она. Завернутая, перезавернутая, трижды завернутая, четырежды завернутая. Сначала в пластик, потом в бумагу. Куплена была мною на веб-сайте Brownells. Ссылку, как вы понимаете, дать не могу здесь. Но, может быть, у меня будет страница на моем веб-сайте. Соответственно, потом еще на Facebook переложу. Подписывайтесь на мою группу на Facebook. В лице книги, так называемой. Книга лица. Facebook. Если с перевода. Вот такая вот труба. Вот она. Это, соответственно, труба так называемая под углом. Есть прямые, а есть под углом. То есть эту можно повернуть так вот, либо смотреть сверху вниз. Не надо смотреть прямо напрямую. Так. Две крышечки. Окуляр для просмотра. Так. Вот здесь, наверное, крепление под сошки. Сейчас мы ее поставим на сошки. Это, конечно, полезно в основном, когда вы стреляете на какую-то дистанцию, безусловно. Это не для дистанции, на которой я обычно работаю, честно вам скажу. Так, сейчас посмотрим, как это будет выглядеть на сошках. Сошки большие достаточно. Так. Здесь можно закрепить, зажать и вот так вот направить. Что еще у нас тут есть? Регулирование здесь, регулирование по фокусу. Надо будет разобраться. Здесь, соответственно, есть регулирование по приближению. Вот 20 и 60 кратное. То есть можно между ними менять. Я поставлю на эту вещь камеру и буду снимать на улице, наверное. Одну вещь могу сказать. В доме, в темноте, ну, совершенно ничего не видно. Ну, что, в принципе, и было ожидаемо. Интересная вещь.
надо посмотреть, что здесь для чего. То есть в данном случае действительно придется, скорее всего, читать инструкцию, чтобы разобраться с тем, что именно, что здесь делает. Потому что 20-кратник это много, честно вам скажу, для домашней дистанции. Штатив вроде, кстати, неплохой, на первый взгляд. То есть вот, давайте соберу обратно, как это выглядит. Вот так вот это выглядит на штативе. Посмотрим, как это будет работать. Пока сказать нечего, потому что, реально говоря, не на что смотреть. Сейчас добавок еще поздний вечер. Так что вот она, эта вот вещь. И, соответственно, достаточно легко снимается с этого же штатива. Штатив, вполне возможно, имеет смысл взять нормальный. Хотя этот тоже из материалов не такая уже плохая вещь. Чисто из-за того, что материалы здесь алюминий явно. Это не пластик. По ощущениям моих рук, по крайней мере. Ну вот такая вот вещь. Для начала будет интересно посмотреть, что она может показать и на какие дистанции. Вот, смотрим на саму вещь. А потом буду попытаться попользоваться им на улице. Поставлю на столе, может быть, на улице. И вот, соответственно, 20, 30, 60 крат. И, соответственно, между ними наверняка тоже есть уровни. Здесь фокус. Явно. Здесь ужесточение крепления. Здесь, скорее всего, что-то еще. Может быть, чисто защита от солнца, тоже возможно. Интересные крышечки, резиновые такие, вставляющиеся. Ну что, как только начну стрелять на что-то более типа дальней дистанции, эта вещь может быть очень полезной. И вот там точно будем ее проверять. По крайней мере, это лучше, чем ничего, с одной стороны. С другой стороны, альтернативно хорошему биноклю тоже может быть полезно. Удобно то, что можно поставить ее пониже и смотреть чисто вверх. Так вот, очередная из покупок на празднике. Даже в продажах, как обычно. До следующего видео. Или, может быть, я в конец этого видео, если мне удастся, добавлю, соответственно, кадры, если камера сможет через нее посмотреть, через эту трубу.